Привет, друзья! Сегодня у нас 18 ноября, а мы опять едем на дачу. И хочу вам показать, какие у нас крещенские морозы. Светит солнце, снега совсем мало и довольно тепло, плюс 3 градуса. Почему мы собрались сегодня на дачу? Ну, конечно, посмотреть, что там вообще происходит с растениями. Может, уже все цветет и зеленеет при такой-то погоде. А если серьезно, мы едем проведать, что творится у нас на дачах, потому что в нашем сообществе есть у нас такое в WhatsApp чат, в котором мы общаемся, садоводы с нашего СНТ. И вот там было сообщение, что у нас началось воровство. Обнаружилось уже несколько случаев, работает милиция. И вот мы тоже решили поехать проверить, не было ли у нас на участке незваных гостей. Но на участке-то ладно, там брать особо нечего. А вот в доме это было бы, конечно, не очень приятно. Но сейчас посмотрим. Но надеемся, что все хорошо. Прямо весна-весна, посмотрите. Прямо чувствуется дыхание весны. Травка зеленеет. Красота. Ну, идемте посмотрим. Кстати, снега здесь гораздо больше. В городе вообще нет снега. А здесь хоть немножечко, но есть. Все равно совсем не похоже, что сегодня 18 января. О, газончик засыпало, надо же. Как тут верески поживают. Все такая же красота. Ну, подышите воздухом. Ну, никаких, слава богу, следов взлома не видно. Да, Дим, все нормально? Да, нормально. Окна все целые. Сарайкин домик тоже в целости и сохранности, да, Дим? Да. Но на всякий случай мы самые ценные инструменты решили увезти. В начале января весь этот газончик был зеленый, снега не было вообще. Сейчас, ну, чуть-чуть так припорошило снежком. Конечно, это не январский пейзаж, особенно если посмотреть на небо. Нашла в доме остатки чеснока и вспомнила, что надо бы посмотреть, как зимует мой чесночок. Зимует он у меня вот так, укрытый соломой, поэтому сейчас немножечко разгребем и посмотрим, не проросли. Нет. Не вижу. Все отлично. Давай, не подведи. Так
что пополнила свои запасы, хотя у меня еще и дома его предостаточно. Но вроде этот не подмерз. Плотненький, хороший. Такая грядочка с чесноком.